Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Мы уже подготовились к встрече наших малышей и включили брудер. Наложили корма, корм старт, налили водичку. Температура в брудере сейчас у нас 30 с лишним градусов. А в инкубаторе начинает происходить такой замечательный процесс, как вылупление птенчиков. Видно вам? Так, вот он, малыш, лежит. Вот он маленький. Пытается выбраться наружу. Вот его клювик маленький. Вот, открыла инкубатор и начала опять сигнализировать. Вот еще один малыш. Видно, как он там клювиком? Скоро-скоро у нас будет прибавление. Еще чуть-чуть. Вот этот птенчик самый шустрый. Вот как он пробил скорлупу. Давай, шевелись, малыш. Малыш. Вот он там. Скоро-скоро он появится. Ну-ка посмотрим, что там у нас написано. Яйцо весило 59 грамм, собрано 15 января от старых кур. То есть от тех кур, которые куплены были еще весной. Давай, малыш, мы тебя ждем. С днем рождения, малыш! Вот он вылез, какой мокренький, усталый. Он так устал выбираться на этот свет. Давай, 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 еще чуть-чуть. Молодец. Это наш первый птенчик. Вот такой он красавчик. Устал маленький. Ну все, отдыхай. Мы тебе мешать не будем. Закроем инкубатор, чтобы было тепло. Обсыхай и ждем твоих братьев и сестер. Вот и наши малыши, которых мы так долго ждали. Вылуп у нас начался 7 февраля. Одно яйцо у нас вылупилось 8 февраля. Вот такие замечательные крошки. 36 штук. Маленькие, симпатичные, да? Вот они какие.
Все, пока-пока.